Всех приветствую в гостеприимной студии Media Matrix. Енина Мирная, программа «Честный разговор». Пожалуй, одна из самых топовых тем, которая произошла и вышла на первые позиции во время пандемии, это как раз-таки маркетинг и все, что связано с маркетингом и профессией интернет-маркетолог. И сегодня я пригласила в гости человека, который представляет эту отрасль, знает об этом не понаслышке, а занимается этим. И в гостях у меня Румянцев Евгений Сергеевич. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Я немножко представлю. Евгений – интернет-маркетолог с 12-летним опытом работы, имеет практику ведения интернет-проектов с бюджетом более 3 миллионов долларов в месяц, а также опыт в международных компаниях финансового сектора. Евгений, скажите, вот вы специализируетесь больше на онлайн-проектах или все-таки офлайн-сектор вы тоже охватываете, у вас есть эта практика? Вот как у вас дела с этим обстоят? Ну, наша команда специализируется больше именно на онлайн-проектах. Мы также выводим какой-то бизнес из офлайна в онлайн. Mm-hmm. Те же самые офлайн-магазины, их можно всегда превратить в интернет-магазины. Mm-hmm. И, в принципе, вот в этом и работаем. То есть отели, рестораны и магазины. То есть, вот. А скажите, а магазины, ну, какие розничные магазины, насколько я понимаю, да, или ритейлами вы тоже занимаетесь? Мы стараемся больше работать с тем, чем, как говорится, нам интересно. Нам интересно это с техникой, с автомобилями и там, с постоянными потребительскими товарами. Ну, то есть с продуктами мы стараемся не работать, с продуктовой тематикой. Интересно, почему? Почему так? Требуются большие процессы автоматизации, но с точки зрения самих инструментов все, по сути дела, одно и то же. Но ресурсов на интеграцию это требует больше. Окей. А наверняка за 12-летнюю практику у вас были такие крупнобюджетные заказчики, ну, кейсы, да, как их называют. И вот интересно было бы остановиться на таком одном из ваших или одним из ваших, да, заказов с таким довольно-таки крупным бюджетом, 3 миллиона долларов в месяц. Вот могли бы поподробнее, да, что это, этот опыт, что это были за сферы, ниши, направления, как удалось реализовать эти заказы? Как говорится, все большие деньги, они любят по большей части тишину. И в большинстве случаев, ну, не в большинстве случаев, мы, по сути дела, после того, как поработали, мы команда, в принципе, вырастала из Форекс рынка. И, во-первых, ну, это Форекс, это Кипр был, международная компания, поэтому если раскидать все это по странам, особенно по странам Азии, в принципе, бюджет не такой уже и большой получается. Но основной момент заключается в том, что как-то... Ну, деньги, они есть деньги, то есть где-то больше, где-то меньше. Если бы это было бы чисто там на какую-то страну, либо город, естественно, это большие деньги. А так как это на весь мир, потому что там даже компания интегрировалась в тот момент в Соединенные Штаты, это достаточно, ну, скажем так, маленькие деньги. То есть смотря с чем сравнивать, да, и с точки зрения... того заказчика и той страны проживания, это не такой прям огромный бюджет, правильно я вас понимаю? Ну да, то есть это зависит от локации, где находишься. То есть опять же, как-то не в обиду сказано, в Усть-Урюпинске бюджет в миллион рублей он не нужен, да, мы там возьмем какой-то другой бюджет относительно этой локации. А в Москве миллион рублей на раскрутку нового бренда, ну это возможно, но это намного будет сложнее. То есть здесь вот в этом и заключается. Хорошо. Евгений, а как долго вы взаимодействовали вот с этим заказчиком, ну, по времени, допустим, это был какой-то проект, сколько длился ваш тандем? Ну, мы работали в течение года, после чего, по причине того, что эта компания любит, предпочитает сменять людей, ну, опять же, хочешь что-то попробовать новое, значит, надо что-то пробовать новое. А люди привыкаешь, когда работаешь, привыкаешь с этими бюджетами, ты уже где-то
к примеру, этот канал уже попробовал, говоришь, нет, он не работает. А приходит другая команда, говорит, этот канал работает, надо сделать вот так. Они делают по-другому, и оно действительно работает. А те каналы, которые работают, они либо могут его ухудшить, либо оставить так же. То есть это одна из стратегий, если хочешь расти. Как-то, к сожалению, либо к счастью, оно такое. Сегодняшняя наша тема – сайт или маркетплейс, на чем остановить свой выбор. И я думаю, что было бы, наверное, интересно, да, углубиться в эту тему, погрузиться, и более подробно вы смогли бы, как специалист в этой сфере, да, ну, рассказать, поделиться с аудиторией, как это было у вас и как это происходит у вас. Вот интернет-магазин, Евгений, взгляд изнутри, как это все устроено и как это работает? Но есть классический интернет-магазин, это когда у вас есть склад, у вас есть какой-то изначальный капитал, вы купили, вы куда-то товар этот положили, возможно, даже этот склад является вашей квартирой, такое тоже бывает, и после чего вы его реализуете. Здесь какой есть риск? Здесь есть риск в том, что, в принципе, вы с этим товаром и останетесь. Если вы, ну, может быть, не угадали, либо просчитали с точки зрения объема рынка, ну, ближайший пример, да, там люди поотшивали кучу масок, а потом по законодательству, ребята, только государство может продавать. И ты такой сидишь, что мне делать с этим всем? Кто успел, тот съел. Как бы, кто-то не успел, во-первых. Да. Во-вторых, есть другая модель, которая, опять же, если вы только начинаете, это дропшиппинг, так называемый. Это когда люди, вот есть один человек, который там купил 1000 масок, отшил, ему он не хочет заниматься розницей, он не хочет заниматься, скажем так, каким-то мелким оптом, искать контакты. Он там сделал на сайте страничку дропшиппинг, вы каким-то образом ее нашли, позвонили, он говорит, ребят, у меня есть все, у меня есть склад, у меня есть маски, у меня есть люди, я готов отправлять, но продавать я не хочу. И вы просто выполняете роль, вы создали сайт, к примеру, на него пришла заявка, вы эту заявку обработали, говорит, вот Василий Петрович, ему надо доставить там 1000 масок. И человеку отправляет 1000 масок. Вас вообще не касается, но вы получаете свой процент. Здесь риск меньше, ну и заработок меньше получается. Ну, здесь все как всегда. Хочешь побольше, рискуешь больше, хочешь поменьше, значит, меньше получаешь. В общем-то, по принципу, кто успел, того и тапки, да? Ну, в принципе, можно сказать, да. Так. Да, теперь становится, я думаю, что более понятно, да, вот как раз внутренняя вот эта работа, да, как все устроено. Тем более сейчас интернет-магазины пользуются повышенной популярностью, как и все электронные площадки, да, в связи с понятными экономическими событиями, которые происходят. Вот, то есть вынужденная популярность, я бы так обозначила. Человечество приспосабливается к новому этапу развития, да. К новому этапу развития. В принципе, это было прогнозировано, прогнозируемо, да, только пандемия, экономический кризис. Пандемия, да, она ускорила намного все ускорила в разы. В разы этот процесс. Так, хорошо. Знаете, Евгений, готовясь к нашей встрече, к сегодняшним съемкам, я интереса ради загуглила обозначение, что же такое маркетплейс и чем он отличается от интернет-магазина. Мне стало интересно самой. Ну, до конца у меня понимание, честно говоря, так и не сложилось. Да? Все-таки в чем же разница маркетплейса, то есть электронной торговой площадки, да, и полноценного работающего интернет-магазина. Вот как вы могли бы эту разницу раскрыть? Ну, как специалист, интернет-маркетолог. Ну, здесь я попробую простым языком объяснить. У нас есть сайт, у нас есть marketplace. Разница в чем? В случае сайта привлекаете вы клиентов, вы платите за это деньги, либо время, ну, у нас всегда. Да. Либо ты деньги платишь кому-то, либо время свое ухайдоковываешь, ну, та же самая монета оплаты. Во втором случае у тебя маркетплейсы, которые платят сами за все за это сами. И в случае интернет-магазина вам в любом случае хоть какой-то надо сделать, чтобы люди, там, к примеру, вы их хорошо обслужили, вы им хороший товар продали, они потом вас в интернете там нашли, и как бы повторно была продажа. А в случае маркетплейса вы просто-напросто приходите на площадку, говорите, вот, у меня есть список таких-то товаров, я продаю за столько-то, у меня это оказывается даже чуть-чуть дешевле, чем у вас самая низкая стоимость, как, к примеру, самый там плохой вариант, но все равно мы боремся, как говорится, всеми инструментами, чем можем.
И дальше Marketplace говорит, либо будьте добры нам там, небольшую денежку платите за то, что мы продвигаем ваши товары, в случае, если это мы говорим про Яндекс.Маркет, да? Либо в случае, чем некоторые другие площадки Marketplace, там у нас что происходит? Там просто-напросто процент они заберут с продажи. Ну, то есть они вот говорят, мы привлекаем клиентов, то есть ваш товар понравился, то есть человек ищет товар, к примеру, ему понравилась ваша цена, ему понравились ваши условия доставки, все понравилось, мы берем. Ну, то есть человек покупает у вас, и вы просто маленький процентик так чук-чук-чук со своих прибылей как бы отдаете маркетплейсу. Достаточно честный обмен. То есть, по большому счету, это партнерская программа, да? Это просто участие за партнерские комиссионные, скажем так, да? В принципе, если облегчать, либо усложнять этот вопрос, то да, партнерки, они всегда разные могут быть. Но в большинстве случаев, да. Согласна. И все-таки, Евгений, вот для тех, кто, допустим, задумывается, да, организовать свой интернет-магазин, предприниматель, может быть, смотрит в эту сторону, изучает материалы, что посоветуете, вот как по шагам, что нужно для интернета, для того, чтобы запустить свой интернет-магазин или, может быть, улучшить его деятельность? Нет, давайте, наверное, все-таки сначала с запуска, да, начнем. Вот запустить. Какие ресурсы, как форму собственности выбрать, ИП или ООО, вообще с чего начать, вложения, как все это просчитать? Вот как это было у вас и как это сделать эффективно, самое главное? Ну, здесь формула как таковой, да, там, дать общую формулу, это невозможно. Потому что у каждого свои какие-то есть бюджеты, у кого-то есть там на входе, скажем так, у меня там 6 тысяч рублей есть, я готов, я хочу, я прям горю желанием. У меня есть огромное количество времени, как у какого-то там студента, и в принципе, да. Либо мы говорим о там, какой-то личности знаменитой, которая говорит, у меня есть там 10 миллионов, я хочу запуститься, но так, чтобы это у меня все заработало, прям по феншую было, я прям люблю свой бренд. Да, здесь у нас разные, получается, весовые категории. Если говорить про большую часть, да, то есть это бюджетные какие-то запуски, естественно, здесь берется какой-то, создается сайт ручками, ищутся какие-то изображения, чтобы они были красивые, корректные, ну, то есть, чтобы они привлекали внимание. Визуально. Можно даже самому отфотографировать так, чтобы это было визуально красиво. И после чего мы уже приступаем, ну, человек уже приступает, да, там размещает это на каком-нибудь шаблонизаторе. Это уже сам он может выбрать, там, склад, UIS, то есть этих шаблонизаторов огромное количество. И после чего, да, запускает, может быть, контекстную рекламу. Если есть бюджет. Если нету, то уже идет в маркетплейсы, опять же, там, смотрит, какие ему условия подходят, и там уже запускается. То есть, опять же, с маркетплейсами, да, удобно, но без сайта, опять же, как ты повторную продажу будешь совершать. Потому что самое тривиальное, простое, ты взял, продал через маркетплейс, когда ты пришел, там, либо курьер доставил товар, сейчас же даже Яндекс, как-то такси, оно имеет доставку возможность. Да, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка. Доставил товар, на товаре, там, на коробку наклеил наклеечку, какой у тебя интернет-магазин. Человек понравился, он обратился, либо знакомому порекомендовал, визитку вложил. То есть вариантов этих огромное множество. Ну а дальше все, дальше уже зависит от того, как ты будешь его обрабатывать. Ну, то есть сайт это уже, скажем так, ну, как воздух, он нужен, какой бы он ни был бы. А дальше? Как правильно вы заметили, Евгений, для повторных продаж, да, для того, чтобы дублировать эти продажи, каскадные продажи, как угодно их называйте. Да, ну, то есть, если у тебя нет бюджета на прямые продажи, то есть у тебя нет бюджета, к примеру, либо нету времени заниматься SEO, у тебя нету времени заниматься контекстной рекламой, отстраивать правильную аналитику. Я бы, наверное, бы начал бы с конца, потому что важно аналитику сначала отстроить, а потом уже контекст и SEO, потому что без... Ну, как бы аналитики, ты посмотришь, ой, у меня там, я потратил 1000 рублей, а сколько из этой 1000 рублей купила именно у тебя, там, по SEO, либо по контексту, ты не поймешь. Поэтому аналитика, ну, а дальше уже пошло-поехало. Рост, еще раз рост. Ну, здесь надо готовиться, скажем так, к постепенному, медленному, уверенному росту, особенно если эта тематика нравится. А вот скажите, Евгений, кстати, касательно формы собственности, да, это может быть что, ИП, ООО или вот сейчас новый закон о самозанятых, да, где 4% с прибыли, или, возможно, даже как фрилансер?
оформление? Это скорее правильный вопрос в бухгалтерию, чем к маркетологу. Ну, опять же, здесь, да, кто на что способен. Опять же, у кого бюджет не ограничен, да, там ООО можно открыть. А у кого он, скажем так, очень сильно ограничен, в любой маркетплейс у тебя затребуют какую-то ИПО. Да, там есть хитрости черные, скажем так, ты берешь и ищешь в интернете, что-то гуглишь, скажем так, что-то гуглишь. Ну, либо с другом там открываете какую-то ИПшку, одну там на троих-четверых и продаете в маркетплейс. Это начало, да, в дальнейшем ты уже оформляешь под себя. И вот от этого начинаешь плясать. То есть для стартапов, в принципе, имеет место быть любая форма собственности, да, тут уже надо решать индивидуально. Официально ИП либо ООО. Понятно. А дальше уже как-то, ну, хитрости применяешь, как это называется у бухгалтеров, очень красиво. Оптимизация бюджета идет. Оптимизация бюджета, да, и бизнес-процессов. Да-да-да, вот правильно замечаю, тоже, да. Звучит красиво. Хорошо. То есть, правильно я понимаю, Евгений, что, в принципе, бюджет может быть... Ну вот давайте так, да, давайте так. Вот все-таки какой минимум, да, вот с какого минимума можно стартануть? Ну, минимум, ну сколько, 5, 10, 15, 20, 50 тысяч рублей? Ну, это же зависит... Здесь, опять же, все зависит от ниши. То есть, если мы говорим, к примеру, да, там, не знаю, хай-тековская какая-нибудь... моноколеса. Здесь можно стартануть там с 1005, то есть ты положил 5000, к примеру, на контекстную рекламу, к примеру, у тебя хороший сайт, к примеру, ты удачно составил объявление, удачно попал в слова, все у тебя хорошо, у тебя все везде удача, ты заработаешь. А предположим, если ты менее удачливый, но, скажем, больше рассчитываешь на опыт, ну, в этом случае будет намного сложнее. Ну и опять же, да, моноколесо, там лендинг простой, к примеру, человек сделал, продает, все хорошо. А теперь мы говорим про магазин автозапчастей. Ну, здесь сложнее, как бы вот с этим бюджетом уже будет. А здесь зависит именно от того, что человек хочет открыть. И вот от этого уже плясать. Может быть, даже иногда стоит с чего-то малого начать, чтобы постепенно расти. Потестировать таким образом, да, да, такой тест-драйв, правильно понимаю? В принципе, тест-драйв, можно правильно сказать, это наработка опыта, как предпринимательского, так и маркетингового, так и дальнейшего. То есть, насколько я услышала, Евгений, все-таки вы рекомендуете, да, то есть целесообразно маркетплейс, не выбирать, то есть сайт или маркетплейс, и целесообразно иметь все-таки сайт. Правильно? Хоть какой-то, потому что в любом случае есть какие-то повторные продажи. Опять же, часто я вижу, просто человек делает утрированно, опять же, отвлеченная тема. Там, стиральная машинка Индезит. Человек продает, ему все хорошо, но он почему-то не продает запчасти к ним, он не продает там какие-то расходные части, чистящие средства для этих барабанов. Он не продает, и он этим как бы уничтожает свою маржинальность. То есть человек купил стиральную машинку, дальше ему какую-то листовку, флаер положили, сказали, машинку надо чистить еще. А еще там что-то там, к примеру, там силиконить, и ты такой сидишь, ежики, а я этого не знал, а тебе дали инструкцию, как это делать, а у меня этого нет, алло, здравствуйте, я хочу купить это. Как бы дополнительные продажи, но как бы здесь надо смотреть, к чему. То есть расходники, они это то, что благодаря чему ваш клиент будет к вам обращаться постоянно, и потом, когда ему опять потребуется машинка стиральная, он купит именно у вас. Потому что он просто уже, ну, помнит о вас и знает, и других даже не рассматривает. Да, разумный такой маркетинговый оправданный ход, да, на самом деле. Апсейл, по-моему, называется эти процессы, да? Апсейл. Это не важно. В большинстве, вот мне нравится всегда... У маркетологов болезнь, мне кажется. Была контекстная реклама, была аналитика, была таргетированная реклама, потом появился перформанс-маркетинг. Потом ты смотришь там на SEO, ну как бы SEO-аналитика, там еще что-то. Только смотришь, сколько всяких терминов-то появляется, профессий сколько, а инструментов что-то больше как-то, ну, не появляется, но их становится намного, ну, как бы там 100 инструментов, да, в год вышло, 300 профессий новых появилось. Только смотришь, боже ты мой, как так-то?
Особенно если профессия Инстаграм, смотришь, там Инстаграм-блогер, специалист по таргетированной рекламе, дизайнер, дизайнер, я такой, боже мой, сколько дизайнеров. Поэтому, да. Пусть эти термины будут, да, но бизнес-процессы, в принципе, одни и те же, да, только меняются только термины. Вот в принципе, этому. Да. Ну, здесь все время оно чуть-чуть видоизменяется. То есть когда-то был там директ-маркетинг, что это такое? Это письма физически отправляли. Потом это превратилось в email-маркетинг. Потом это сейчас превращается в мессенджеры. Стратегия одна и та же. Вот от слова «от А до Я», как в древнем века писали наскальные рисунки, вот сейчас та же самая. Но все по-разному это упаковывают. Там воронка продаж. Да, ребята, воронка продаж была там еще, когда мамонтов мы убивали, там бивни друг другу продавали. Это тогда уже была воронка продаж. Но она была проще, да. Сейчас они сложнее, усложняются. Но они не усложняются настолько, чтобы прям кричать об этом новый вид маркетинга. Новомодный термин в интернет-маркетинге, да, что тоннели продаж. Ну, тоннели, воронки продаж. Да, тоннели. Это вот, его поменяли название, это по-другому звучит, как более так круто. Современно. Да, мы занимаемся так. Тоннелями продаж, эти занимались там воронками. Хорошо. Евгений, могли бы сориентировать вообще, есть ли какие-то варианты обучиться, допустим, вот этим навыкам, да, открытия и продвижения, главное, своего интернет-магазина с нуля? Есть ли какие-то варианты поучиться, может быть, не знаю, курсы, консультации? Вот у вас лично есть какой-то опыт, что вы могли бы поделиться? Или нарабатывать это через свои собственные грабли, что называется, методом практическим? Ну, здесь в любом случае практический метод будет. Only, эксклюзив. Вопрос, как ты его будешь получать? Да, стоит смотреть на людей, которые каких-то высот достигли, смотреть, как они их достигли, кейс повторять не имеет смысла. Больше всего, наверное, это боль всего рынка обучения, на мой взгляд. Многие люди говорят, то есть вот я сделал то-то, 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 получил такой успех. Но никто не говорит, ребят, я вот это сделал, это вообще не хочу рассказывать, там столько денег похоронено. То есть свои ошибки мало кто любит признавать и рассказывать. В большинстве случаев, вот я такой красивый, вот смотрите, я умею столько-то денег тратить там. Ну, то есть как и у нас начался диалог, вот у нас есть 3 миллиона, а с нулем рублей кто-нибудь пробовал? Да, пробовали, тяжко, а сколько кейсов, да? То есть большую сумму денег потратить всегда проще, чем... А денег когда мало. Но опять же, там рост все. Ну, то есть, вот это все время зациклено. И имеет смысл смотреть на людей, опять же, которые чего-то достигли. Но не с точки зрения пиара, не с точки зрения то, как они выглядят в медийном поле, а с точки зрения именно фактов. То есть, вот здесь придется достаточно сложно, чтобы даже обучиться. Найти. Потому что сейчас очень много школ для мам, но как-то SMM-маркетинга, ты такой смотришь, боже, девушки, пожалуйста, мамы, ну и поберегите себя. SMM-щиков настолько сейчас много, там каждый второй SMM-щик. Вот почему я и затронул Инстаграм, потому что там профессии эти просто выдумывают. Переизбыток. Там, да, переизбыток, гигантский переизбыток. Для этого было в таргетологах примерно то же самое. До этого когда-то было давным-давно в лысых годах контекстологи, и это просто вот как бы клепают, вот, и при этом самое страшное, что люди, которые меньше всего разбираются, они это и преподают. То есть из этого всего самого страшного есть другое самое страшное, когда приходят люди, которые не знают вообще ничего, для них это действительно кайфово, то есть они получают знания, с одной стороны это хорошо. Они приходят, они говорят, классно, спасибо вам большое, пишут отзывы, но они как бы вот как специалисты ни о чем. Как люди, которые продвигают свой бизнес, да они всадят больше денег, они уже всадили на обучение деньги, и потом они теряют деньги на том, что они неправильно, ну, недонастроили эти компании фактически. И здесь вот мне лично непонятно, как так, вот зачем это вообще. Ну, людей обучают, люди этому рады. Опять же, самое простое, контекстная реклама.
древнейшая профессия, можно сказать, да. Но хороших профессионалов их мало. Чтобы обучиться, да, Яндекс.Директ, там вот просто берешь, заходишь в YouTube, пишешь Яндекс.Директ, и у тебя есть обучение от Яндекса. Ты берешь, там, кладешь 500 рублей, делаешь свой какой-нибудь на тильде бесплатный лендинг «Я хороший профессионал», и начинаешь, сначала проходишь модерацию, тебя несколько раз отшвыривает, потом ты что-то еще делаешь. В результате ты весь этот инструментарий пробуешь, ты понимаешь, где-то что-то недопонимаешь, ты идешь в инструкции, читаешь. А когда все это понимаешь, ты молодец. И как бы вот ты через какое-то время ты можешь вести какие-то маленькие рекламные кампании. Через какое-то время услуги сможешь больших компаний каких-нибудь вести. Ну, не самых больших, ладно. Потом ты вот приходишь в интернет-магазины и говоришь: боже ты мой, у вас здесь товары. У вас здесь какие-то фиды есть. Я этого не умею, но хочу разобраться. Дальше интернет-магазин такой: ну, раз ты не умеешь, короче, мы тебе будем платить меньше, но ты будешь разбираться. Да, 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 да. Все, вуаля, ты уже умеешь что-то делать, и как бы ты как-то на пути к успеху. Бесценные навыки и опыт, да, можно таким образом получить. Только опыт, да. Ну, кстати, классно, спасибо. Лайфхаки от Евгения Румянцева вы сейчас услышали. Непосредственно, практически, голая правда. Ну, это реально голая правда, потому что специалистов по маркетингу сейчас пруд-пруди, как и программистов. Я вот, сейчас у меня головная боль, это программисты. Это ты ищешь программиста, и дальше начинается. Хорошего программиста, к примеру, нашел, рассказывал. Боль, реально боль. Я первый раз в жизни с таким сталкиваюсь. Программист хороший, от бога. Такой: ну, слушай, я нет, не хочу. Я этой задачей не буду заниматься. Ну, она тебе приносит деньги, я не хочу. Почему? Она мне не интересна. А вот этой задачей я буду заниматься. Я такой, как бы, а мне как бизнес-процессы подстраивать под тебя? Не, ну, можно, конечно. Ну, если не хочешь, ну, значит, нам не по пути. Я такой: окей. Ладно, как бы... Здесь я вас понимаю, Евгений, фрилансеры — народ свободолюбивый достаточно. Есть такая тенденция. Это боль не только фрилансеров. Сейчас, вот, ну, я общаюсь в этом рынке, как в маркетинге, скажем так, в разработке. Есть компании, которые имеют звезды, так называемые. И как бы к этим компаниям, когда ты обращаешься, у тебя ситуация очень простая. Там, типа, ты кто такой, мальчик? Ты вообще, это бюджет нас не волнует. Все, до свидания. Ты не так нам сказал что-то. Есть компании, которые: да-да-да, мы возьмемся, мы ничего не умеем, но мы возьмемся. Это тоже компания. И ты как бы: окей, а как быть-то? Мне нужно быть уверенным в вас. И, ну, вот эти качели находятся. Ну, вот мы в течение, наверное, года три ищем партнера по веб-разработке. То есть мы находим кого-то, он в чем-то хорош. Мы с ним работаем. Потом обнаруживается какой-то косяк, и мы такие: ну как так? И ты такой: ну ладно, что поделать. Да, давайте будем как бы работать, но ищешь еще следующего. Ну, теперь у меня это просто пока, как это, постоянный поток. Я постоянно открыт к партнерству всему. Это стоит в одной из ваших бизнес-задач, да? Ну, в принципе, да. Идеального программиста, сотрудника, подрядчика. Да, ответственно. Здесь самое важное — ответственно. Да, наверное, многие предприниматели вас прекрасно поймут, о чем это, да, это боль предпринимателей, хорошие штаты, кадры, это действительно боль, и делегирование тоже. Ну, такая боль звенящая, да, актуальная, скажем так. Ну, я все как-то, я вроде бы не старый, но мне все как-то становится все страшнее и страшнее с каждым годом смотреть на тех, кто появляется на рынке труда, свежие, молодые, хорошие, перспективные, но безответственное в большинстве случаев. Да. Евгений, и все-таки, если возвращаясь, да, к теме сегодняшней нашей беседы, сайты, маркетплейсы и все, что касается интернет-магазинов, их деятельности, вот какие по практике, практика у вас такая достойная, да, 12 лет все-таки опыт, какие инструменты для продвижения и масштабирования интернет-магазинов вот сейчас, в данный момент, работают? Рабочие, эффективные, скажем так, имеет смысл их задействовать. Есть древние, старые, прекрасные инструменты. Сайт, контекстная реклама. Это классика, которая должна быть как бы настроена и постоянно улучшаться. Без аналитики это не имеет смысла. То есть у тебя должна быть еще предварительно настроена аналитика. Дальше, маркетплейс как раз для еще большего увеличения.
продаж. И в принципе это тот must have в данный момент, который должен быть не социальная сеть, не таргетированная реклама, ничего вот этого, а именно контекст. Это очень, ну, это очень приземленно, это очень просто, да, я понимаю. Но с точки зрения то, что должно быть 100%, сайт, контекст, маркетплейсы, все. Это есть, идем дальше. Этого нету, вам рано куда-либо дальше двигаться. Потому что если у вас аналитики нет, то вы не понимаете, кто откуда приходит. Если она настроена плохо, то вы, опять же, не понимаете, кто куда откуда пришел. А дальше что у нас? Если контекстной рекламы нету, опять же, вы теряете клиентов самых, скажем так, горячих. Но опять же, возвращаясь к тематике, некоторая тематика, скажем так, уже переоценена. Возможно, контекстная реклама не нужна. Да? Ну, вы будете там утрированно, маржа у вас с продукта там 10 тысяч рублей, а у вас будет стоимость лида, ну, то есть либо клиента 1000 рублей, а дальше вы на обслуживание тратите, и у вас там получается 1000 рублей вы получаете на выхлопе. Либо наоборот, там вообще в 5000 рублей будет стоимость клиента, и вы как бы в ноль работаете. Ну, здесь все надо смотреть. Здесь считать. Но для подсчетов вам нужна аналитика. Возвращаемся. Да, какой же маркетинг без цифр? Ну да. И дальше маркетплейсы. Маркетплейсы, сейчас их огромное количество. Надо опять же подключаться не ко всем подряд, а сначала смотреть там, где у вас больше всего. Скажем так, конкурентов вводится, потому что значит там больше всего трафика. Ну и в принципе надо смотреть маркетплейсы по самому простому инструменту, это SimilarWeb, сколько вообще посетителей там, в общем, по больнице. Не факт, что это будет в вашей нише, столько будет посетителей, ну, точнее, это факт, что их столько не будет. Но надо смотреть, то есть заходить в большие сначала, а потом постепенно в маленькие. Конечно, если у вас позволяет стратегия, время, ресурсы, вы можете зайти в 1000 маленьких, чтобы да, там, товар лучше разбирали, вообще быть понятным. Да. Потом уже в большие, потому что в больших, естественно, у них интерес будет, скажем так, больше. Здесь, опять же, все вопрос. Хорошо. Единственное, сейчас свои 5 копеек. Ну, а да, следующим этапом, конечно. Да, это всеми любимая таргетированная реклама, но я бы начинал бы с нее еще бы там за полгода до того, как вы решитесь ее настраивать, это настраивать ретаргетинговые пиксели. Это то, что позволяет возвращать клиентов. И вы настроили их, забыли на полгода, там, можно на 2 месяца. Но это заранее надо делать, потому что у вас аудитория набирается, и по ней, по набранной аудитории, которая у вас совершила покупки, потом вы в эту аудиторию еще добавите все свои e-mail, номера телефонов, там будет много всякого интересного. А вы говорите, найти похожую, и социальные сети находят похожую аудиторию. И это очень эффективно с точки зрения, когда увеличение трафика надо. Потому что это максимально релевантный трафик. А если у вас есть еще повторные продажи, к примеру, вы там продаете, не знаю, там что-то, что покупают ежемесячно, то это идеально. То есть вы берете на этот период, говорите, через 30 дней человеку показать вот такой баннер. Такое рекламное объявление. А если там у вас каждые 30 дней покупают, то вы говорите через 27 дней. И за 3 дня до того, как у него заканчивается это, к примеру, там кошачий, собачий корм, ему показывается это объявление. Он говорит, о, точняк, пора купить, хотел, давным-давно купить хотел, еще неделю назад заранее. Но все как всегда жду, чтобы собаку на гречку посадить. Поэтому здесь вот такие моменты тоже есть. Да, наблюдаем часто. Вот да, такой эффект, спецэффект, как будто бы реклама тебя преследует. Да? Это вот есть, наверное, директ, контекст. Иной раз уже с собой наблюдала, да, что хоть прямо не кликай по баннеру, потом вдогонку бежит за тобой реклама. Хорошо, Евгений, у нас остается еще несколько минут. Хотелось бы еще, чтобы вы дали какую-то обратную связь вот, по готовому бизнесу. Да? Покупать интернет-магазин готовый, не покупать, как готовый бизнес. Что за этим стоит и вообще насколько это эффективно? Франшиза, как это называется. Сейчас, еще 5 копеек по поводу инструмента. Смотрите, все фишки сразу не спалите. Есть же еще состояние, когда ты сидишь в интернете, смотришь, потом бах, баннер появляется. Блин, я только об этом подумал. В принципе, это и есть идеальная реклама, когда ты только подумал, тебе показывается.
Да. Вот это как раз и есть чаще всего ретаргетинговая реклама в социальных сетях. Там. То есть это повторная реклама на уже да. когда-то проявивших интерес. Да, да, да. да. Ты посетил там сайт, что-то купил, и тебе показывается это. И ты такой думаешь, блин, они меня преследуют. Спокойно, тебя не преследуют, тебя просто статистически вычислили. Вычислили статистически, да. Это называется, ты думаешь, что предвосхищают как клиента твои желания, да, а на самом деле это просто идеально настроенная реклама, да. Ну, не идеально, грамотно. Просто хорошо, да. Просто хорошо, грамотно, скажем так. По поводу покупки бизнеса. Здесь всегда сложно. Здесь самая основная причина лично у вас, можно сказать, как у следователя, либо у вашего помощника, как у следователя выяснить, истинную причину продажи бизнеса. То есть, к примеру, очень хороший пример — это маски, да, наши любимые. Человек взял, сделал партию масок, говорит, у меня есть готовый бизнес, я хочу продать. За неделю до выхода запрета на законодательство. Почему он делает? Ну, к примеру, там, у него есть какая-то возможность аутсайдерской информации. Он такой, все. Он просто знает, что через неделю выйдет закон. Да, это подлянка, да, это плохо, но, извините, деньги не пахнут, как говорится. И он продает. Надо быть очень осторожным, да, и исследовать, навести справки, информацию, прежде чем ввязаться в такую авантюру, да? То есть изначально идеальная картина мира — это когда у человека ООшка, к примеру, вы берете, смотрите, что по налоговой декларации он там работал, как он работал, если она есть на тот период. А дальше бизнес больше, чем, я рекомендую, больше, чем год. И за последние полгода смотреть чистую прибыль, смотреть общую прибыль, смотреть рекламные затраты. И вот как бы даже смотреть вот все затраты. Потому что иногда говорят, у меня как-то, как можно посчитать стоимость лида? Можно посчитать стоимость лида просто, вот вы потратили 100 рублей, вы получили один лид, правильно? Да, отлично, да, мне нравится. Я готов. А теперь вопрос, а если вы нанимали команду, то есть интернет-маркетологи у вас работали с агентства, их услуги там обошлись вам в 50 тысяч рублей. То есть получается стоимость лида уже не 100 рублей, а 50 тысяч и 100 рублей. Как бы вас устраивает стоимость лида такая? Человек уже начинает задумываться. Как бы вам надо просчитать, логично. И вам надо знать все эти расходы. Даже там транспортные. Вот только после этого вы можете уже понять, будете вы покупать и зарабатывать на этом бизнесе. Еще один лайфхак, а лайфхак ценный и полезный от Евгения Румянцева. Это непосредственно из жизненного и практического опыта. Ну что, все вопросы, которые мы запланировали, да, для того, чтобы раскрыть тему сайтов, маркетплейсов, интернет-магазинов, мы успели благополучно. И, Евгений, хочу поблагодарить вас. Спасибо, что вы пришли и поделились именно такой вот вашей практической, профессиональной, да, деятельностью, опытом. Тем более эта тема сейчас развивается, все, что касается интернет-маркетинга. И будет развиваться впредь, я так предполагаю. Мы будем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо, что пришли в гости MediaMetrics. И мы заканчиваем. Друзья, с вами была Янина Мирная, программа «Честный разговор» в гостеприимной студии MediaMetrics. Живите на ваших условиях.